Давайте я вам сразу покажу наших основателей. Это два молодых парня замечательных, Евгения Чаплыгина. Я думаю, многие из вас знают. Это очень активный такой молодой человек. Ему недавно исполнилось 30 лет. Но несмотря на свой молодой возраст, он уже имеет очень хороший постоянный доход. Это активы. То есть он всегда развивается. Он всегда обучается, у него есть бизнес на земле, и он очень активно занимается, как развивается как интернет-предприниматель. И создана вот такая компания Big SAP на основании опыта, на основании пожеланий партнеров. И здесь, конечно же, сейчас собираются очень хорошие лидеры. И это не громкие слова, я вам скажу, что я вижу людей, с которыми была предыдущая компания. Вот. И сейчас вижу, что эти лидеры активно вливаются в работу, включаются, присоединяются, и все очень довольны, конечно же, денежным маркетингом. Смотрите, то есть это Евгений Чаплыгин, он был лидером питерской ветки, была очень мощная структура у него, она и сейчас у него есть. Что нам предлагает Big SAP? То есть, друзья, это заработок по основному маркетингу, это майнинг, то есть мы строим с вами сеть, мы развиваемся в самом Big SAP, получаем по маркетингу, параллельно у нас с вами открывается еще один вид заработка, это пассивный доход майнинг, то есть у нас с вами деньги лежат и просто майнится в системе, мы там, в принципе, ничего не делаем, он абсолютно будет наш актив, да, на полном пассиве деньги будут приходить. Также, конечно же, у нас здесь очень много решений для развития вот именно нашего мышления предпринимателей. Нас будут растить как бизнесменов. Это профессиональное обучение. Это не такое обучение, как вот во многих компаниях стали просто там продукт. У нас главное это там обучение и так далее. Друзья, здесь настоящее профессиональное обучение. И Женя даже говорила о том, что здесь будут преподавать курсы люди с известными фамилиями. То есть мы их все слышали и все их знаем. Но, опять же, да, обучение будет доступно с рангов. Я вам сейчас покажу, как это все будет выглядеть. То есть мы с вами работаем с битка. Биткоин – это расчетная единица, децентрализация, надежность, анонимность, избавление от посредников, я думаю, вы все в курсе. При этом, конечно же, биткоин – это самая такая быстрорастущая валюта, она является лидером, дедушкой криптовалют вообще на рынке. Давайте мы посмотрим преимущества компании, главные особенности. Это же, конечно, авторский маркетинг. Я вам сейчас его покажу, даже порисую немножко, вы поймете, о чем я говорю. Такой маркетинг я еще не видела, очень много фишек, очень интересно. Прозрачность системы, тоже сейчас расскажу, что это такое, 100% сеть, сейчас многие компании так делают, да, 100% уходит на сетку между партнерами. Конечно же, работает большая команда профессионалов. Я вам тоже покажу слайд с составом команды, которая трудится над развитием этой компании. Автоматизированное обучение, то есть это то, что я вам говорила, у нас будут пополняться всегда какие-то новые профессиональные штучки. Первый курс у нас будет по продажам. Он уже готов, скоро его зальют на сайт, и мы сможем приступить к обучению. И в команде я как бы планирую, да, вот вышел курс, и мы с вами собираемся и проводим школу по этому курсу, потому что, сами знаете, бывает, висит курс, да, ой, ну завтра, ой, ну попозже, потом там в полглаза посмотрел, котлеты жарил и так далее. Мы с вами будем работать, каждый курс отрабатывать, чтобы было что-то более понятно, потому что есть такие моменты, когда, ну, человек начинает курс проходить, что-то ему непонятно, и он просто бросает, либо недопонимает многих вещей. Мы все будем с вами вместе разбирать. Выводы в битках мгновенные. То есть, и, кстати, без процентов. То есть вы сколько заработали, поставили на вывод, получили на свой кошелечек биткоин. Прозрачность. Что такое прозрачность системы? То есть у нас первый головной аккаунт, вы знаете, да, всегда стоит кто-то первый в системе. То есть это админские аккаунты какие-то, еще что-то там, технические аккаунты. У нас будет первый аккаунт, самый главный аккаунт Big SAP. И мы с вами будем полностью видеть, сколько этот аккаунт заработал денег и как эти деньги распределились. Вот это, конечно, инновация, такого я вот точно нигде не видела. То есть 60% у нас уходит партнерам на ранги. Я вам покажу, что это такое. То есть мы с вами зарабатываем ранги в компании и в процентном соотношении вот с этой суммы нам распределяют премии, так сказать, да? Обслуживание.
системы, то есть это, опять же, оплата доменов, хостингов, серверов и так далее. Вы сами понимаете, что систему надо содержать. И кроме того, здесь еще деньги заложены вот именно в этих 30%. Это наше обучение, оплата нашим преподавателям, которые будут привлекаться. 10% — это приложение iOS, Android, Windows. У нас будет свое приложение BigSub. Это на разработку сначала пойдут эти 10%, а потом пойдут выплату доли компании нашим партнерам. То есть, опять же, вот вам еще вид дохода, который будет у нас в компании, получение долей. У нас 7 пулов обязательных. То есть, что значит обязательный? Это автоматический переход. 3 пула лидерских. Они, то есть, ну, опять же, опять зависит от ваших амбиций. Пришли за большими деньгами, здесь уже, конечно, очень большие деньги, я вам покажу. Как выглядит матричка? Сейчас давайте вот сначала вот этот слайд покажу вам. Смотрите, стоимость входа у нас с вами 0,04 биткоина, 4 тысячных. Сюда входит линейка 0,01 и пул 0,0003. Я вам сейчас только первый пул показываю. Выход 0,9 у нас тысячных, это первый выход. С реинвеста 0,023, потому что уже второй выход у нас не покупается, второй уровень, да, он у нас на автомате покупается. Здесь уже за выплатой второго, то есть пула, да, мы прикупили второй пул, и на руки мы получили вот такую сумму. Обратите внимание, третий пул, когда мы с вами закрываем, 10% у нас с вами уходит на майнинг, вот этот пассивный доход. Это с первой выплаты, со второй, с реинвеста, соответственно, выплата будет побольше. Из каждого последующего, то есть пула, да, каждый раз у нас по 10% отчисляется вот в такой майнинг. То есть мы с вами зарабатываем на пулах, и при этом деньги у нас уже просто майнятся в системе. Смотрите, я вам покажу сейчас, как это вообще выглядит. Вот подобная нода есть вот в Акроне, на пассиве, кто в курсе. То есть... Вот видите, да, прямо на глазах копеечки капают, а здесь зависит от объема ноды. Что такое вот этот постмайнинг? Вы все знаете, наверное, слышали раньше, когда только крипто появлялось, да, помните, покупали фермы, это были там большие такие компьютеры с мощными видеокартами, да, и чем мощнее вот эти видеокарты, тем больше монеток майнилось. Но со временем это стало неактуально. И сейчас заходит такое новое поколение, постмайнинг. Это такой большой кошелек, то есть некая нода, на которой складчено много-много кошельков. То есть, и чем больше денег в этих кошельках, тем больше у нас процент, тем больше крипто начинает майниться. То есть это не инвест, это настоящий майнинг. То есть вот здесь вот сейчас на ноде у нас лежит 136 тысяч акрон, и они, то есть чем их больше, тем вот этот процент больше. Чем больше монетки тоже, опять же, работают, да, тем больше, опять же, начисления идут. И в чем здесь плюс? В том, что наманилась, акрона набежала, и она сразу сюда раз в тело, получается, упала. И каждый раз майнинг, он так все больше, больше и больше. Соответственно, монетка, если пополняется, да, не надо ждать, там месяц бежала, через месяц мы только взяли, опять пополнили. Нет, на полном автомате, вот смотрите, стоит вот автореинвест, и просто вот эти монетки сюда начисляются. Вот такая нода у нас будет на BigSub. То есть вот здесь вот эти вот проценты отчисляются, и мы там просто ничего не делая с вами начинаем тоже зарабатывать. И это очень классно. При этом, смотрите, сейчас я вам покажу, здесь такая фишка есть классная. То есть мы с вами получаем с рефералов. Во-первых, при закрытии 7 пулов наш баланс 4600 акрон. То есть с 3 по 7, да, 4 пула идут отчисления, вот такая сумма. По итогу наш доход ежемесячный на полном пассиве 2300 долларов. Ну, согласитесь, классно. Но если 10 пулов, тут вообще, конечно, шоколад, 24 тысячи. Если мы активно с вами работаем с командой, то мы с вами еще получаем пятиуровневую реферальную программу. Что это значит? Партнеры за нами проходят пулы, у них же тоже начинают отчисляться монетки. То есть мы будем сотрудничать с акроной, отчисляются битки, они конвертируются в акрону, и
получается, ваш партнер тоже начинает майнить, а вы получаете процент от его майнинга. Если у вас в пятом поколении, здесь посчитан расчет 4050 человек, закрыли только третий пул, только третий, самый первый, где отчисляются, у вас 5000 только с ревских долларов, 5000 почти 500, да? Я вам скажу так, что 4000 – это совсем немного, кажется, ого, 4000 человек, но когда активно работаешь, глубина начинает расти, то есть я по себе знаю, да, я делала структуры гораздо больше, и, конечно же, если вот такая структура будет, даже не с 7 пулов, а только с 3-го, вот такой пассивный доход плюсом вот к этому майнингу, да, он у вас всегда будет. Давайте посмотрим матричку, как она у нас выглядит. То есть это тренарчик, все очень просто. Заходим на один аккаунт, никаких тут треугольников, ничего не надо делать абсолютно. Один аккаунт мы поставили и начинаем работать. Первый партнер встает, если это ваш лично приглашенный, то вы сразу же за него получаете по линейке 0,001. Если это перелив, то вот со второго, то, ну как первый, да, вот этот уровень, сейчас, секундочку, вы ничего здесь вот с этого аккаунта не получите, но он займет место свое. И, возможно, да, вот смотрите, пришел перелив от спонсора, вот он встал, по линейке получит тот, кто пригласил, правильно? Но этот же партнер начинает работать, либо, опять же, переливы, допустим, да, сюда прилетают, вот с этой линии получаем все. Неважно, перелив, партнер вашего партнера, либо это партнер от перелива, вообще не имеет никакого значения. Вот с этой линии мы зарабатываем. Как проходят здесь начисления? Допустим, пришел ваш партнер активный, вот встала вот сюда Наталья, да, и начинает активно-активно работать. Первого партнера она поставила Ирину, она получила по линейке за него 0,001 биткоин. Вы вот с этой линии получили тоже свое начисление. То есть у нас вот здесь вот вход в линейку 0,001, в пул, напомню, да, 0,003. Смотрите, нижняя линия как считается? Мы получаем с пула, с нижней линии. То есть первые три у нас идут нам на выплату. То есть считаем, да, 0,009. 5 идут на следующий пул. 9 всегда идет в реинвест. Бесконечный реинвест у нас. Чтобы не получилось так, что вот партнер тут первых три поставил, мы заработали свои 0,09 и сидим, да, дальше люди ставятся, денег нет. Нет, здесь такого у нас нет. Вы получаете с каждого. То есть вот с этого 0,003 часть денег бронируется на следующий левел, если его у вас нет, на следующий пул, часть сразу на руки. Здесь вот какая плюшка зарыта в этом маркетинге. Смотрите, вот пришла Наталья, и очень активно она начинает свою работу. Она закрывает свой пул, у нее реинвест, и она опять встает к вам. То есть закрыла второе уже место. Опять закрыла весь свой пул и опять реинвестнула и опять встала к вам. Вот здесь вот эта схема, как раз эта схема закрытия пула благодаря одному активному партнеру. То есть один человек, по сути, может закрыть вам весь пул. Но мы же не будем ждать, пока один кто-то нам будет закрывать. Потому что с каждого аккаунта мы зарабатываем деньги живые. Если вы поставили 3 человека в пул, то получили 0,003. Если пригласили 10 человек, то получили сразу же 0,01, моментально. Если мы здесь, вот, допустим, тоже фишка, да, троих поставили, получили свои 0,003, пригласили четвертого партнера, и этот четвертый уже встает же переливом вот сюда, да, и мы с него опять получили по линейке и получили плюс начисления за тренар. В чем у нас дальше еще есть фишка? Когда мы с вами закрылись один раз, мы реинвестнули вот сюда к спонсору. Второй раз опять реинвестнули к спонсору. Когда аккаунт третий раз выходит на реинвест, он улетает к своему, улетает в слабое звено. Нет пробела в системе. То есть вот стояла Наталья, раз реинвестнула, два реинвестнула, на третий раз она полетела в слабое звено, сделала опять там свой пул и опять вот сюда вернулась к своему наставнику. Нет каких-то перекосов. У нас мы всегда будем на третьем реинвесте с вами где-то перемешиваться, где-то пересекаться и так далее. То есть вот это тоже такая очень интересная фишка. И вы должны понимать, что когда ваш партнер за вами переходит на следующий пул, вы опять получаете линейку.
каждый раз он переходит, и вы каждый раз получаете линейку. Три партнера перешло за вами, вы получили из линейки, из пула. То есть смотрите, по табличке, если мы с вами возьмем, то видно, что вот, допустим, на второй пул за вами партнер перешел, и вы получили с каждого по 0,003. Выгодно приглашать? Конечно, выгодно. Чем больше своих партнеров, тем больше вы получаете. Чем больше их за вами переходит, тем больше ваши выплаты. Это очень выгодно. Я, кстати, смотрела, да, с третьего пула выплата 0,1512, да, это уже порядка 60 тысяч рублей. Круто. И плюс еще линейка. Вот эти выходы и плюс линейка. Здесь без линейки все. Здесь только за пулы, потому что, ну, линейка у каждого будет по-своему отсчитываться, сколько вы пригласили. Что еще я хотела показать? Очень-очень важный момент. Меня вот впечатлил вот этот слайд. Сейчас я вам покажу. Команда, которая работает над вот этой компанией. То есть здесь нет такого, что сидит там Женя, да, Чеплыгин, и сидит кто-то один. Допустим, там, я не знаю, программист тот же, да, и они ночами не спят и делают что-то там в системе. Здесь каждый, абсолютно каждый, профессионал и занимается именно тем, что он умеет делать. То есть вы сами видите, какая команда трудится. Это очень классно. Сейчас я вам покажу преимущества вообще того, что мы с вами будем здесь работать. Когда мы с вами переходим по рангам, мы с вами попадаем в BigSub Premium Club. Нам доступны профессиональные фотосессии. Уже первая студия открыта в Питере. То есть вы можете, закрыв четвертый пул, приехать в Питер, допустим, либо ближайший город, где будет наши будут наши филиалы, и сделать фотосессию себе. Либо записать видеоролик под ключ. Не обязательно это будет видеоролик для BigSub. Возможно, у вас магазин одежды или еще что-то, да, вы можете профессиональные ролики сделать в своей студии. Также у нас для лидеров будет открыта возможность открывать по франшизе в своем городе. То есть вот эта команда профессионалов будет продвигать ваш бизнес, а вы будете по франшизе просто руководить своим собственным бизнесом на земле. Также, если от вас кто-то пришел и заказал ролик или фотосессию, неважно, партнер он компании или не партнер, вы также получаете комиссионное вознаграждение. Ну, обязательно, я считаю, что это нормально, лендинг пейдж, конечно же, онлайн обучение, персональный менеджер будет в сети, который будет вам помогать, сопровождать. Конечно же, какие-то совместные клубные путешествия и услуги профессионального юриста. То есть, если у вас какой-то бизнес на земле, либо вы открываете офис, у вас будет доступ к юристу, который всегда будет помогать вам с правильным там, оформлением документов и с какими-то вопросами. Еще важный момент. Сейчас у нас пополнение с биткоина, но очень-очень скоро уже все это прикручивается. У нас будет вот такая возможность пополнения. Ну, такого я тоже нигде не видела, особенно когда крипто, да. Когда ты заходишь на сайт, регистрируешься, вводишь данные своей пластиковой карты, как вот покупку совершаешь, да, и попадаешь в систему, покупаешь пул с любых вот этих платежек. Яндекс.Кошелек, Киви, биткоин, карточки Visa, MasterCard. Это, по-моему, WebMoney, да, Perfect Money, Интеркасса. В Интеркассе там вообще огромное количество платежек, которые можно использовать. То есть вот в таком вот исполнении будет компания. Еще момент по рангам, да, я не сказала. То есть мы закрыли первый пул, получили первый ранг. С первого пула вы уже будете закрывать, получать ранги. Закрыли первый пул, получили 5%, помним, да, от головного аккаунта. У нас 60% уходит на оплату вот этих денежных вознаграждений в ранге. То есть 8%, извиняюсь, ну что ж такое, 8% у нас на втором пуле, третий пул закрыли, третий ранг. Соответственно, Женя сказал, что вообще количество привилегий по рангам, чем выше партнер растет, тем больше у него будет возможностей развиваться и дополнительных доходов. Потому что сейчас очень-очень много фишек для этого готовится. Ну, то есть активные партнеры, все активные партнеры будут вознаграждены и будут иметь очень хорошие доходы в компании. Ну, а заработки вы, конечно, сами видите, здесь суммы очень-очень впечатляющие. Я вам скажу, как бы свой результат, да, у меня
буквально там первый пул еще не дозакрылся, даже один человек остался, второй пул у меня там перешло два человека, но при этом я уже заработала больше 20 тысяч рублей. То есть это я считала вчера даже, то есть 3-4 дня, да, 20 тысяч, больше 20 тысяч я уже вывела на руки, на карточку, то есть на свои нужды. Очень хороший заработок. Не надо ждать закрытий, не надо там, как вот помните, есть такие площадки, что бывает там деньги после закрытия, и люди просто начинают дозаливать теми. Здесь такого нет. Ты поставил, заработал. Поставил, заработал. Не нужно ждать никаких закрытий. Очень мотивируют такие выплаты. То есть человек встал, денежка сразу прилетела.